началось на этой неделе. Во время обстрела Донецка погиб сотрудник Международного Красного Креста. Организация приняла решение приостановить свою работу на востоке Украины. 1 октября по городу били из реактивных установок «Град» и «Ураган». Снаряд попал в маршрутку. Там погибли 8 пассажиров. Несколько залпов угодили на территорию средней школы. И как раз в этот день в Донбассе начался учебный год с опозданием на месяц. Лишь по счастливой случайности никто из детей и педагогов не пострадал. Обстрелы столицы Донбасса возобновились на этой неделе. Ополченцы предпринимают попытки взять под контроль аэропорт Донецка. Силы АТО ведут ответный огонь по городу. И пока в Донецке падают снаряды, в других городах страны с постаментов летят памятники вождю пролетариата. Это явление уже прозвали украинским ленинопадом. С начала государственного переворота в стране снесли уже около 160 монументов. Говорят, это борьба с советским прошлым. В Запорожье с Лениным поступили немного более гуманно. Памятник всего лишь переодели в традиционную украинскую рубашку-вышиванку. А вот Харьков лишился символа города неделю назад. Кому помешал бронзовый Ильич, разбиралась наш корреспондент Оксана Витер. Так в одну ночь Украина лишилась самого большого в стране памятника Ленину. Теперь на месте монумента установили крест. Местные жители разделились на два лагеря. Я выросла в Харькове, я привыкла, тут назначали свидания. Это был символ Харькова. Ну, пусть бы стоял, кому он мешает. Мне бы хотелось, чтобы это было культурно. Днем, во-первых, собрались люди и объяснили им, что вы понимаете, что пришел час новостройки, перестройки. Другая Украина стала, другое время пришло. Но культурно не получилось. В воскресенье поздно вечером на площади Свободы собирается около 300 человек в балаклавах и с флагами правого сектора. Потом радикалы достают тросы и начинают демонтаж. Тех, кто пытается с ними спорить, отгоняют силой. Иди, все, иди за... Украинские националисты действуют в темноте и в торопях. Стоящему рядом мужчине тросом зацепило лицо. Но радикалов это не останавливает. Они поют гимн Украины и скандируют традиционные речевки правого сектора и свободы. Фрагменты монумента разбирают на сувениры. Кто-то замечает, памятник был сделан некачественно. Вот килограмм 10, наверное, в нем есть. Покажи толщину. А, халтура, халтура! Сэкономили, сэкономили! Милиция активистов не задерживает, а сами радикалы доказывают, ничего противозаконного в их акции нет. Мол, сделали то, что давно должны были сделать чиновники. Ну, дело в том, что данный памятник уже, к сожалению, перестал быть непосредственно памятником. Он стал символом сбора сепаратизма в городе Харькове. И в результате этого общественность Харькова сделала такие действия. Есть такое понятие, как решение граждан Украины. В данном случае это общественное мнение, воплощенное в жизнь. А речь о демонтаже и переносе памятника велась еще с февраля месяца. К сожалению, наши местные власти не приняли никаких мер к этому. В результате харьковчане сами решили судьбу памятника. Хотя на самом деле, то есть перенести его цивилизованным способом могли и могли давно местные власти. Впрочем, действия националистов губернатор Харьковской области поддержал. Задним числом подписал вот это распоряжение о выводе монумента из областного реестра достопримечательностей. Якобы в рамках закона о дополнительных мерах по увековечиванию памяти жертв Голодомора. Игорь Балута потом пояснит, городские коммуникации никто не повредил, трагедии не случилось. Так что участников митинга за вандализм и нарушение общественного порядка наказывать не будут. Мое распоряжение фактически снимает их ответственность. На все законно будет оформлено в течение 4 дней. Хотел ли я видеть Владимира Ленина на площади Свободы? Нет. Хотел я, чтобы он так упал, как упал сегодня? Тоже нет. Мэр Харькова Геннадий Кернес вступает с губернатором в заочный спор. Памятник обещает восстановить и жалеет, что из-за болезни следствия покушения не смог помочь защитникам монумента. Думаю, вы все помните, я сказал, что я там и руки, и ноги поломаю, но в связи с моим положением сегодняшним, я очень сожалею, что я вчера не смог быть среди людей и защитить
остановить этот беспредел. Последние 20 лет Харьков всегда был ближе к Киеву, чем Донецк. Еще во время Оранжевой революции в городе проходили многочисленные митинги в поддержку Виктора Ющенко. Последние волнения политологи объясняют следствием борьбы политических элит. Нынешняя, скажем так, мэрия, она ориентируется на Порошенко, и Порошенко вынужден учитывать влияние Кернеса в городе Харькове. В то время как Аваков с этим не согласен и пытается, в общем-то, Харьков, влиять на Харьков для того, чтобы обеспечить и результаты выборов, и вообще политическую поддержку со стороны Харькова в пользу Яценюка, Кабмина и их команды. Но в центр города уже в понедельник стягиваются люди, несут цветы. И начинают сбор подписей за возвращение Ленина на площадь Свободы. Ну, больше 100 точно. Ну, это пока начало, минут 10 только как начали собирать. Активно сносить советские памятники в Украине начали еще прошлой зимой. Этому явлению уже дали название «Ленинопад». Первый бронзовый вождь пал в Киеве, на Бессарабской площади. Разрушение монумента ознаменовало начало Майдана. С тех пор страну словно охватила лихорадка. Монументы летят с постаментов один за другим. Радикалов открыто поддерживает и нынешний советник министра МВД Украины Антон Геращенко. Там, где Ленина нет в Украине, там нет войны. В Харькове на статую Ленина уже покушались. Но тогда вождь устоял. Местные жители организовали круглосуточное дежурство. Выставили оцепление. Такой реакции власти опасаются и сегодня. Поэтому город решили укрепить. Через 3 дня после инцидента сюда прибыли подразделения Нацгвардии. Группы бойцов патрулируют улицы на бронемашинах. Кроме того, руководство МВД Украины принимаются все необходимые меры по стабилизации обстановки на территории города Харькова и Харьковской области, недопущения каких-либо проявлений сепаратизма и нарушения общественного порядка. Харьков можно считать прифронтовым городом. До Донецкой и Луганской областей 200 километров. Сегодня здесь много беженцев. Люди, которые бежали от войны, сейчас боятся провокаций. Оксана Витер, Ольга Калиниченко. Специально для программы «Вместе. Украина».